Всем доброго времени суток. Дикая лиса Муркиза и котик Амур. Лиса пытается уговорить котика поиграть с ней. Вот она есть отказалась. Дурака полить ей надо. Поиграть каждый день надо. Работать не хочет каждый день. Хвостом как мечет. Нужно кубики разлетаются. Укусить, но побольнее его отвечать начал. Он не хочет отвечать. Ты со мной работать не хочешь, он с тобой не хочет работать. Хочет он на морозе играть с тобой. Ты вредный, а он вредный. У меня шубы нет такой густой, как у тебя. Вот так, Маркиза, побудь в моей шкуре, как я тебя уговариваю. Не
не хочется, но мерзится. Сама с собой будет умереть теперь. Сама с собой будет дурка валять. Аж мне смешно стало. Тебя за хвост хватит. У нее там пельмени спрятаны, что ли? Ну, научил ее на задних лапах стоять. А теперь двумя лапами надо драться. Захочет в коте разбудить тигра. Коте хочет тигра разбудить.